Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам Half-Life мод для Майнкрафта PlayStation. Пусть в аналоге этого мода в вашем Майнкрафте появляется несколько вещей с оригинальной игры Half-Life. Ну что ж, давайте начинать. Во-первых, у нас появляется новая руда, которая называется Уран. И если возьмете эту руду, то у вас появляется эффект тошноты, и он пропадет после того, как вы уберете эту руду из вашего инвентаря. После чего через некоторое время тошнота проходит, и вы становитесь совершенно обычным человеком. Поэтому будьте осторожны при использовании этой руды. Ну, дальше у нас идет оружие, монтировка, друзья, все знают это оружие, и оно добавляет нам дополнительный урон. Также есть пистолет, который стреляет вот такими стрелами. Ну, это как бы пули, есть батарейка, вы можете ее поставить, друзья, вот такая батареечка. Я не знаю, зачем нужна, но это просто батареечка. Есть также специальная дрель, с помощью которой сможете добыть вот этот уран. Но, к сожалению, в моем Майнкрафте случается такой баг, что я просто заспавнил плоский мир, и у меня в плоском мире начался спавниться вот этот, можно сказать, я не знаю, вот эта руда, друзья, но ее здесь очень много, друзья. Я не знаю, как это писать, но смотрите вот на это чудо. Это как будто маленькие метеориты, которые появляются, или просто, можно сказать, падают с неба. Это просто жесть, что у меня сделается в этом мире. Также есть вот такая кружка пива, да, друзья. И, конечно, есть броня с оригинальной игры Half-Life. Наверное, многие играли в эту игру. И это костюм Гордона Фридома. Да, вот такой костюм. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.